Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева занимается регулярным контролем организации оказания медицинской помощи по всей России. Во второй рязанской поликлинике Татьяна Яковлева оказалась уже не в первый раз. Она отметила положительную динамику и эффективность оказания медицинской помощи в этом учреждении, а также в целом по лечебным учреждениям региона. Конечно, стало более масштабно проводиться диспансеризация, более качественно стала производиться диспансеризация. Даже то, что у вас сегодня при диспансеризации выявляемость первой-второй стадии опухолевых заболеваний 70%. Это очень хороший показатель. А раньше она у вас была около 40%. Разница есть? Есть. Поэтому диспансеризация дает эффект. А что такое ранее выявляемость первой-второй стадии? Это значит, человек не погибнет, он не умрет, и человек будет спасен и вылечен. Потому что настолько медицина сейчас развита, в том числе и в Рязанской области, что если рак выявлен на первой-второй стадии, он излечим 100%. В поликлинике заместитель министра пообщалась с пациентами, докторами. Отдельное внимание она уделила профилактическому отделению. Татьяна Яковлева отметила, что это отделение должно еще более масштабно выстроить структуру работы с пациентами, начиная от первичного приема и заканчивая лечением граждан. Мне нужна система. Вот если вы мне систему на базе своей поликлиники сделаете, мы покажем всей России, как надо делать и работать с людьми. В ходе визита Татьяну Яковлеву сопровождали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, а также представители Министерства здравоохранения региона. Татьяна Яковлева поделилась с ними общим видением ситуации в Рязанской области. Очень хорошо работает акушерское гинекологическое звено, неонатологи, педиатрическое звено, потому что у вас младенческая смертность, она ниже даже, чем в Российской Федерации. Заместитель министра подчеркнула, что это заслуга в первую очередь самих докторов. Кроме того, она отметила хорошие показатели по снижению смертности от туберкулеза. Однако сказала, что в Рязанской области существует проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это один из основных моментов, над которым нужно продолжать усердно работать. И, конечно же, Татьяна Яковлева еще раз напомнила о необходимости прохождения всеобщей диспансеризации. Ведь люди в первую очередь должны сами заботиться о своем здоровье. А в Рязани созданы все условия для ее успешного прохождения.